Сейчас в Союз ММА России входят 62 региональных спортивных федерации. Рязанская начала действовать с сентября 2012, то есть меньше года назад. И то, что всероссийский тренерский семинар проходит у нас, тем более с участием абсолютного чемпиона планеты, говорит о многом. И Рязань была выбрана не случайно, вот, потому что город достаточно, во-первых, близок к Москве. Он как бы находится в середине Центрального федерального округа. Ну, удачно. Да, удачно, да. И, в общем-то, бойцы достаточно известные, авторитетные именно в Рязани. Разумеется, Федора Емельяненко, звезду боевых единоборств, особо представлять не надо. Однако некоторые данные не помешают. Итак, Федор Владимирович Емельяненко, заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, многократный чемпион мира по ММА, по разным версиям, также многократный чемпион России и мира по боевому самбо. На мировой арене смешанных единоборств оставался непобежденным более 10 лет, признан лучшим бойцом за всю историю ММА. Сейчас Федор Емельяненко, президент Общероссийской общественной организации «Союз смешанных боевых единоборств ММА России», член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте, советник министра спорта России. В Рязани семинар по смешанным единоборствам с участием чемпиона мира будет проводиться не случайно. Возможно, вскоре наш город станет центром развития этого вида спорта в России. Создаются реперные точки по развитию смешанных боевых единоборств. Одна из них Рязань. Фактически из 4 городов России, в том числе Рязань. Мы рассчитываем взять интервью у Федора Емельяненко, а также показать в завтрашнем выпуске репортаж о тренерском семинаре Всероссийского союза ММА.